Здравствуйте! Сегодня в рубрике «Читаем дома» я хочу рассказать вам об одном романе, который называется «Гордость и предубеждение». Написала его Джейн Остин. Произведение написано в 1796 году, выпущено в печать только в 1813. Данный роман рассказывает о взаимоотношении нескольких семей, которые немножко враждовали между собой, а скорее они не понимали друг друга. На примере данного произведения я могу сказать, что некоторые ситуации происходили в жизни и у меня. На примерах некоторых персонажей можно заметить, что люди очень похожи на нас. В жизни бывает всякое, и такие ситуации тоже случались, которые описываются в романе. Я вам очень его советую прочитать, если вы заинтересованы в какой-то степени психологии людей, и вам очень интересно узнать, что же такое важного может быть в произведении, которым рассказывается о гордости и предубеждении. Гордость во многом портит людей, поэтому в этом рассказе я считаю, что она выставлена пороком и нечто таким очень неприятным для людей. Предупреждение же — это очень странная вещь, потому что тебе человек рассказал свое мнение, и ты поверил ему, и тебе кажется, что, блин, тот человек реально ведь плохой. И ты начинаешь замечать его в движениях каких-то, просто даже в словах какую-то корысть. Хотя на самом деле это не так. Когда ты с ним познакомишься, ты можешь узнать много чего нового и понять, что ты сильно ошибался. Потом же ты можешь понять это уже поздно, и уже будет поздно что-то исправить. Поэтому я советую вам прочитать эту книгу. Она во многом может показаться немножко скучной, но она очень интересна, если ты начнешь это понимать и вдумываться в ситуации, которые происходили у людей. Если же вам понравился мой отзыв, то советую вам прочитать эту книгу, потому что в ней очень много чего нужного в этой жизни. А вам желаю хорошего дня, хорошего настроения.